А теперь к другим новостям. 17 декабря отель «Астория» в Санкт-Петербурге примет важных гостей – выпускников Стокгольмской школы экономики. Бизнес-школа международного уровня уже более 100 лет дает возможность получать первоклассное бизнес-образование. И вот совсем скоро состоится очередная торжественная церемония вручения дипломов Executive MBA. С минусом у нас активы ушли, а мы... Вот такое решение круто! Другой бой! Награда на его пути, отобрать эту бой, смотри, хоть ноги оторви, опять и снова, каждый день, 24 часа, пока не выиграем. А я просто на тренировку встаю в ней больше. Хватит слов, вперед на тренировку. В этой влажной петербургской почве, не с такой скоростью, а такими гатами не полета. Это естественное органическое растение. Медленно идет, право, влево идет, и вытягивает тело. Еще на носочки поднимайте, и руки пошли, это ваши ветки, ваши листья. И пошли вверх, и раскрылись, радостно, счастливо. Вернись.
же называлась «Последний вечер» перед открытием выставки, когда художники покрывали лаком еще не до конца просохшие картины. Термин появился в эпоху. Обещает нам всего 20 градусов, зато с плюсом. Облачность переменная, ветер теплый северо-западный. Ну, кому-то будет ясно, кому-то не очень. Погода в Питере меняется с космической скоростью, а вместе с ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации эмоций дышите глубже и оставайтесь на нашей волне. Кстати, это отличное место. Стойте тут, никуда не уходите. Ну и давайте знакомиться.
отца Михаила Жданова. Поздравляю с дочерью 13-го модуля, модуль 15, музей Королевский. Мишечка, с принцессой тебя, растите большими, красивыми, здоровенькими. Здесь стульчик для кормления. Приобретаешь новых друзей, новые знакомства, новые связи. И большую ценность представляют отношения, чем просто какие-то конкретные схемы, какая-то систематизация информации. Потому что все мы можем вместе сделать гораздо больше, чем поодиночке.